Тем временем в Курской области уже замечают армию Лукашенко. Как рассказывают украинские военные, в области были привлечены элитные подразделения вооруженных сил Беларуси. Но пока заметна не скорость выстрелов их техники, а скорость, с которой они покидают позиции. Ведь там, оказывается, реально стреляют и реально надо воевать. Очень смешно наблюдать, когда после обстрела этот личный состав бросает оружие, амуницию и технику, после чего убегает и не ориентируется на местности. Зачем их отправили, это большой вопрос. Но за трофейную технику ВСУ им даже благодарны. Похожее подкрепление Путина дает заднюю. Но белорусы есть и со стороны ВСУ, которые помогают украинцам освобождать Курскую область.